Наши корреспонденты продолжают следить за ситуацией на казахстанско-кыргызской границе. Они сообщают, что сегодня на КПП Курдай спокойно, ажиотаж спал. Многие люди, которые пересекают границу, говорят, что боялись долго простоять на КПП, но прошли контроль без проблем. Хотя по официальным данным транзит не уменьшился. За сутки через пост прошли 9 тысяч человек и 1000 единиц автотранспорта. Люди отмечают, что очередь движется быстро. Особенно это заметили те, кому по работе приходится пересекать границу регулярно, раз в 2-3 дня. Сегодня хорошо, да, нормально. Но только на киргизской чуть-чуть была-то очередь. А здесь пойдет хорошо, более-менее, наконец-то. 20 минут, наверное, по делам. Ага. Часто приходится? Да, каждую неделю. Приходилось 2 недели не ездить, потому что здесь были пробки. Сегодня получше, да? Да, сегодня получше. Сегодня нормально прошла. Позавчера было трудновато, конечно, долго.